что между полтинником и сороковкой получается? Давай 45. Давай. Чего ты его не глушишь, аж не ДВС-ка? 45. Давай 45. Сохранить, вот, и все. Ну, я как не летаю. Не, хотя бы повиси, ну-ка, просто попробуй, все равно лучше стало просто летать, чем в норме. Не, нормально, давай, вот давай поставим 42,5 и на этом давай, бросим. Да, 42. С половиной, и все. И не надо, я так не летаю. Мне... Ну, понятно. Не, а так-то хватит вполне. Но... Он не будет возбуждаться, потому что ты на больших, огромных скоростях не будешь. Тебе то, что полеты, да,